Сейчас я расскажу еще про одну часть нашего тела, в которой мы испытываем дискомфорт чаще всего ночью. И в основном это уже происходит на крайних сроках беременности. Это неприятное болевое ощущение, которое возникает в мышцах икроножных. Спишь себе, все тело расслабленное, видишь какой-то сон, тут бац, такой спазм мощный возникает, от которого по непривычке можно проснуться и метаться вообще в страхе, думать: «Господи, что случилось, что сейчас делать?» А я покажу простое очень упражнение, которое позволит этот спазм быстро снять и дальше продолжать спать и наслаждаться всеми снами, которые вы видите. Мы сделаем сейчас с вами это не лежа, не притворяясь, что мы спим, а сделаем в рамках как тренировки. Поставим руки назад, немножко плечи уведем назад, вес тела перенесем на руки. Дальше сделаем вдох и с выдохом вытолкнем пятки вперед, пальцы на нос. И удерживая напряжение в мышцах ног, статическое, вытягиваем пятки все дальше и дальше, а пальцы ног все ближе и ближе. И расслабляемся. Давайте сделаем вместе это упражнение еще 4 раза. Снова делаем вдох и с выдохом отрываем пятку от пола, вытягиваем пятку как можно дальше вперед, пальцы к носу. Кстати, есть такой очень немаловажный момент, что вот у меня пятка оторвалась, и у вас не оторвалась. Не обязательно, чтобы она отрывалась. Она может лежать просто на полу и вытягиваться как можно дальше. Удерживайте где-то 5 секунд и дальше расслабляетесь. Снова вдох. И с выдохом пятка вышла вперед. Пальцы вышли на нос. Дыхание здесь не замедляется. Вдох, выдох. Посчитали 5 секунд, опустили ноги. И достаточно будет еще сделать 2 раза. Вдох и выдох. Пятки вышли вперед, пальцы тянутся к носу. Вы чувствуете, как мышца от колена, да, от подколенной части к пятке тянется, такая тянущая приятная боль. И закончили. Выдох и заключительный вдох. И с выдохом вышли пятки вперед. Снова вдох, выдох. На протяжении всех 5 секунд вы ощущаете тянущую боль. И выдох, расслабили ноги, можно их встряхнуть. Вот это несложное упражнение позволяет снять мышечный спазм в икрах, когда вы спите. И если в процессе тренировки вы это отработаете, это можно отрабатывать в принципе везде. Сидите вы дома, кушаете, поотрабатывали, повытягивали пятку. Как только у вас это упражнение осядет в голове на подкорке, вы даже не будете просыпаться ночью. Спите, чувствуете, начала сводить икра. Взяли носок на себя, выдвинули пяточку, все прошло, спите дальше. А если вы хотите ознакомиться с более полным комплексом упражнений, которые позволяют справиться с дискомфортом во время беременности, просто перейдите по ссылке, которая находится внизу экрана.